Взрослый мужик тебе, иди на работу уже! Тебе заняться нечем, что ли? Где Тюшо пристал? Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и добро пожаловать в Ну Погоди, догонялки! Потому что, почему бы, в общем-то, и нет. Пригласительный билет. Он мне пригласительный билет, да, выдали на Ну Погоди, догонялки, и, собственно, вот мы играем. Короче... Нифига, какие катсцены. Переулок, морковный дом 7. Да. Вы заяц? Заяц. Морковный дом 7. Так, письмо. Мать твою за ногу, вот это тебя занесло. Пригласительный билет. Ой, ай, ай-я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 й. Все яйца волчь себе отбил, А ну, отдай. Почтальон просто в шоке, этот педофил гонится за ребенком вообще просто. Пришел письмо отдать, тут нашествие педофилов с крыши падает, прям дождь педофилов, понимаете? Так, во-первых, как мы вообще управляем? Вы собрали первую подсказку в игре, если вы желаете получать подсказки по ходу игры, собирайте вопросительные очки, да, Пэл? Как мы вообще управляем? Бонусы приносят разное количество очков, мороженое плюс 3, морковка плюс 10, сок плюс 50, собранное количество очков. Так, ну все это, короче, надо собирать и жрать, и становиться таким жирным же опасным зайцем. Мухомор! Опасный гриб мухомор. Мухомор можно раздавить, прыгнув на него сверху. Опасайся ям, заполненных холодной и грязной водой. Но его можно раздавить, да, он не опасный. Все, в принципе. Ям это значит, что просто не надо прыгать вниз. Ёжик всегда спешит по своим делам и очень не любит, когда его тревожат. Особенно сталкиваться. Опасно сталкиваться с ним, и тем более прыгать. На него ты падла, аж тревожат там его, слышь. У улитки очень крепкий домик, но она пуглива. Бросите улитке яблоко, испугается и спрячется. В этот момент можно. Что можно выкинуть? Вот это можно нахрен пойти, да? Ну на, лови яблоко, слышь. Мне сказали, что ты испугаешься и спрячешься. Улыбка. Улыбка, улитка. Улыбка, где твоя? Пчела, сердитая пчела, не трогайте ее, лучше бросьте ей яблоко. Иначе будет долго гоняться. Подожди, я хочу посмотреть, что будет с этой. О! Так, и что можно? А, ничего нельзя, да? Так, подожди. Пчела, 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 пчела! Ох ты ж, пчела, пчела, понимаете меня? Задрочила меня эта ваша пчела просто. Так, давай на мухомор прыгнем тогда, раз такое дело. Защита дает временную неуязвимость, вас не смогут бежать враги, но вода и волк останутся также опасны. Защиту достать трудно, но, ну что там, не договаривают прям. Зайцу что-то не договаривают в этой вселенной постоянно, понимаете? Так, вот что но? Статуэтка зайца, это супер бонус, их очень мало, собирайте каждый. В конце дается приз. Ну, в принципе, не проблема, чего это. Заячный Оскар, ребята. Заячный Оскар замечательный, прекрасный. Выдает столько актерам, у которых передние зубы выдаются вперед, по-видимому, да? Поэтому, наверное, кроме Стива Бушеми никто не получит. Ну, актер хорош, чего бы, собственно, и нет. Так, подожди, давай. А, стой! На, собака! На, собака! Вот так вот! Хоть ты и не собака, а пчела, но. О, ну подожди. Ха! Можно убивать ежей! Представляете себе? Я такой милый, замечательный зайчик, который ходит, убивает ежей, убивает пчел, вообще всех убивает. Всех убивает. Учитывая, что я тоже животное, это фактически как убийство людей, на самом деле. Жаркий летний день. И на пляже много отдыхающих. Постарайтесь не беспокоить их. Двигайтесь вправо до моторной лодки. Волк отстал. Его пока не видно. Ну, не, ну это здорово, что я могу сказать. Это здорово, что он отстал, что его не видно. Так. Нельзя беспокоить вот эту падлу? Ни хрена. Ой. Товарищ, что ты прикопалась ко мне, пчелочка? Пчелочка, родимая, давай морковку сожрем. Так, у меня одна... Статуэтка из нескольких, да, там где-то. Яблоко не хочешь, не? Мишка! Слышь, Мишка! Мишуточка! Жри! Жри, падла, тебе говорят. Не хочешь? Слушайте, я не могу морковку туда достать. Ладно, прямо в сраку, а. Смотрите, тут можно... Пришло мудило на пляж, да, не дает людям развлекаться вообще. Ну, животным точнее, ну не важно. Да, блин. Слушай, а ты не могла бы немножечко свои телеса охренительные, что называется, греть в других местах немножечко? Немножечко в другом месте не могла бы свою жопу оттопырить, а? Падла ты жирнючая. Паук не любит, когда кто-то стоит у него на пути. Кусается. Бросьте ему одно яблоко или прыгните сверху. Испугается, убежит. Да, давай проверим. Так, подожди, дальше еще попасть же по нему надо. Ни хрена себе убьет. Испугается и убежит. Он сдох как бы, алло, игра. Ты меня немножечко обманула. Ребенок такой сидит и говорит: я думал, паук испугается, убежит, а он умер. Вот этого вы добьетесь, разработчики. Возле берега стоит моторная лодка. На деревянном помостке лежат водные лыжи и трос. Смело шагайте в воду, прокатимся на водных лыжах. Но из-за забора выглядывает волк. С хреном в руке, да? Педофильская рожа выглядит. По-любому там... А? Что происходит?
Ого, нифига, я уклонился от какого-то га... Куда ныряй? Куда ныряй-то? Так, подождите, я должен уклоняться вот от этой хрени, да? Сейчас он вилы свои насылает, вот эти потрясающие. Надо от них уклоняться, а потом говорит, ныряй, если что. Если я выпаду отсюда, то надо нырять. Как нырять? Как нырять? Все, нырнул. Четко. Тихо! Да я ж нырнул, скотина ты. Ладно, еще раз, давай. Блин, я тут же... Так, хорошо. А ему это скоро надоест, не? Вот падла. Ты посмотри, а! Ты посмотри, собака такая! Все, все, тихо, тихо! Давай эти звуки не издавай, заяц. Вот же полудурок. Вот взрослый мужик тебе! Иди на работу уже! Тебе заняться нечем, что ли? Полудурок ты, тупой! Быдло ты неотесный! Что ты к детям? К дитю шо пристал? Don't touch the child! He's touching the child! Сейчас сеньора Пелла на тебя нашлю, ты понял? Ухус, плыви вправо. Да я понял, что вправо, я пытаюсь. Пытаюсь я, да, гадость тут. Когда у тебя... Когда тебе уже надоест, волчара позорная, совет. Блин, не, ну вы прикиньте, я так долго смог продержаться, чтобы... Да ну нет, ну опять! Я стараюсь как могу. Ну там жопа... Так! Так, ай-яй, подожди, давай еще. А ты ускоряться хоть можешь? По-моему, что-то не очень, да? Не, он с такой же скоростью. С такой же скоростью, собственно. Блин. Опять началось это задротство. Как же долго надо плыть, ребята. Как же долго надо плыть. Зачем так долго надо плыть? Вот я чувствую, был бы я ребенком, я бы тут посидел во всех местах, понимаете? Вот был бы я ребенком, было бы мне хреново, конечно. Так, подожди. Все, давай, давай, да! Успел! Я не ту кнопку начал нажимать, кидаться яблоками на пробел. Там прыгать надо было. Так, волк замыслил что-то неладное. Самое лучшее, что можно сделать, бежать вперед как можно быстрее. Как можно... Как это... Ты что, дебил? Он что, по земле, что ли, нам? Неладное замыслил. Он замыслил, блин. Он замыслил преступление перед здравым смыслом и логикой. Волк, ты что, придурок, что ли? Ты что делаешь? Дуралей! Алло! Так, подождите, я проиграл, между прочим. Между прочим, я просрано, понимаете? Все просрано, очень жестко. Ну давайте я еще как. На что ты там своей заячьей залупой наткнулся, блин? Так, ладно, давай еще, поехали. Там паук, я только что паука видел. Надо, короче, как-то избегать еще пауков этих сраных стараться. Это же внизу ползают, понимаете? Мне ж мало вот этого всего говна. О, отлично! Отлично, вот эту штуку я не зря взял. Вот это будет щит мой, да, он будет меня защищать. Этот щит будет меня защищать от всяких тут щит. Тут, всякие тут щит мудаки тут летают, а у меня щит против этих щит и прекрасно. Воу, тихо. Да это жестко на самом деле, это непростая игра совсем. О, наконец-то, наконец-то он там помер. Яйца ему прищемило, отлично, все, поехали. Дальше, прыгалки, хваталки, загрузка. Вы вышли на дорогу, волков пока не видно. Будьте осторожны, на старой дороге давно идет ремонт. Тут много пауков и ежиков. Вот такая вот срань. Лови. Ты что ли, ежик, любишь ремонт или что-нибудь? Что ты тут делаешь? Какой ай! Дай ему как... Ты дурак, что ли, я не понимаю. Обменялись любезностями. Смотрите, я просто нажимаю вперед, смотрите, как он забирается. Ни хрена бодрый заяц, конечно. Бодрячком заяц. Так, подожди, пауков мы не трогаем. Это тоже не трогаем. Я думаю, что всех их можно... А, не, на паука, в принципе, можно и наступать. Ладно, хорошо, я запомнил. Если еще, пауков давим. Давим пауков. Они, конечно, кусаются, но, как говорится, меня не укусят. Меня не укусят, я слишком крут. Я тут с пьяными алкоголиками-педофилами справляюсь. Не то, что с какими-то пауками. Пауки для меня вообще просто... Просто, знаете, одно... А вот с грибами уже сложнее. Грибы это такая штука. Я это еще помню по игре Mario Exe. Там грибы, конечно, те еще. Так, а сколько мы уже? Будьте осторожны, волк притаится за деревьями, может выскочить. Да что ж ты будешь делать? Надо уже милицию вызывать, мне кажется. Вон он так, вон оттуда он сейчас выскочит. Да вижу я этого придурка, вижу. Я тебя вижу, волк, я тебе говорю. И что мне делать? Не, ну вы представляете, человеку уже надо своих там, я не знаю, детей заводить. Ему уже надо карьеру строить на заводе каком-нибудь. По изготовлению гаек, или что он там... По изготовлению бухла, наверное. Он туда хотя бы уже устроился бы, и то лучше было. А он вместо этого бегает за маленькими детьми. Вот это вообще тебе, скажи мне, не совестно вот вести себя так по мразу. Лови яблоко, скотина.
Ой-ой-ой. О, ну смотрите, что подобрал. Статуэточку подобрали. Так, хорошо. Давай. А! Да что ж ты такой-то внезапный, как понос! О, господи. Ох уж эти сраные волки, ребят. Ты куда? Заяц, беги! Впереди стоит спортивный автомобиль. Волк провалился в люк, но может появиться откуда угодно. Лучше бежать побыстрее, он обязательно воспользуется. Да. А чё я не могу сесть? Давай я сяду в автомобиль. Блин. Он водила от бога просто. Вот вы посмотрите. Просто великий водитель. Осторожно, пчелы, говорит. Да я вижу. Так, надо было там, конечно, подобрать, наверное, да? Так, на всякий случай еще. Еще на всякий случай надо стрелять почаще яблок. Да что происходит? Тут где-то щиток. Ну-ка, давай бей. Да бери щит. Ты что, издеваешься, что ли? Заяц, не достал щиток своей жопы, а? Ну ты посмотри на него. Так, сейчас, короче, нам надо вот аккуратнее. Меня там где-то гриб подвел. Вот этот, да, наверное? О, спокойно! Спокойно, волк! Волчара, позорный, угомонись! Давай пересядь на Запорожец какой-нибудь дырявый. Что ты такую крутую тачку? Ты бы еще в Теслу сел. Охренел, что ли, совсем? Куда ты так гонишь-то? Куда гонишь-то так? Куда спешим? Я не понимаю. Куда спешим, волчара? Все, успокойся немножко. Нет, блин, сраные ежи. Ну что ж ты будешь? А ежи, ежи, меня ты подожди, кричит волк, да? Я так понимаю, яблоками в него кидаться совершенно бесполезно, да, эта тварь. Так, хорошо, подожди, сейчас расслабимся. Так, грибы тут всякие наркоманы пораставляли, а еще другие тут наркоманы всякие ездят. Одни наркоманы выращивают грибы, другие ездят. Вот такая вот земля наркоманов, понимаете? Ничего себе не по... Ну, хоть ты паука этого мразотного задавил, и то хорошо, давай еще раз пробовать. Господи, осторожно, я уже понял, что... Как взять? Наконец-то! Наконец-то взял! Не, ну вы представьте себе, наконец-то я взял это говно. Сколько оно действует? Не так уж и долго, наверное, да? Ну, конечно же. Боже, эта музыка мне орёт прямо... Прямо вот в уши орёт она мне. Надо было потише сделать, конечно. Слушай, я сейчас оглохну на... Так, ёж. Ежа не трогаем. Не трогаем ежа, пожалуйста. Пожалуйста, не трогаем. А, перепрыгивай. Паук! Да! Слушайте, какая экстремальная игруха. Давайте на этом мы закончим. Я что-то аж раз переживался. Нифига тут, конечно. Аж сердце застучало, ребята. Тут, потому что такие события, такие гонщики за мной гонятся тут. В общем, вот такая вот игра. Ну, погоди. Я не знаю, будем ли мы ее продолжать. Это вам должно очень понравиться, короче. Вы должны лайков много поставить. Посмотреть хорошо, комментариев наставлять. А, в общем-то, подписываться также не забывайте, если вам интересно, если еще не подписаны. Колокольчик жмите. Заяц вообще крутой, гончий заяц такой. Ёпти, я, короче, всех обгоню. Да, конечно, конечно, ушами своими. Давай, шевели. Не думаю, что ты всех обгонишь. Нам главное обогнать только одного, только этого волка, алкоголика, и все. Ну ладно, на этом мы заканчиваем. В следующей серии увидимся, если вам будет интересно. Не интересно, не увидимся. Решать вам. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.